находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас. Эй, есть кто-нибудь? Должны немедленно покинуть центр развития. Эй! Если испытуемый немедленно не ты откроешь дверь в ближайшее время? Что он О, мой бог! Ты выглядишь уже... хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую, на твое усмотрение. Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше, и нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи «да». Так, ты прыгала. Неясно зачем. Неважно. Скажи «яблоко». «Яблоко». Простое слово «яблоко». Просто скажи «яблоко». Это классика, это просто. Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 000 чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко. Тебе видно? Я пролезу. Места хватит? Ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 000 чертовых овощей? А! Видишь, я ударился. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся, но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готово? We'll be right back.
Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Вот мы и на месте. Буду с тобой. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Испытание с вами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь, вероятность, что это повторится, ничтожна. Обратите внимание на поле раскаленных частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. В связи с техническими проблемами в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка... Эй, у тебя получилось! На той подставке... Эй! Ты видишь портальную пушку? Ты жива? Да, это важно. Надо было сразу спросить... Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь. Если ты не мертва. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу.
Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3. Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Thank you.